Ну нет, снова не получилось. Это же любовь! Продано? Чмоки! А? Клаки? Салют, дамы! Продано! Парни! Мы спешим, босс! Утомились. Достойная работа, друзья. Дай же их сюда. На здоровье. Сейчас покажу, как надо строить. Домик будет такой же устойчивый, как мои золотовалютные резервы. Не ослепните от блеска моего богатства. И от сварки. Ну, вроде готово. Какая роскошь. Все обзавидуются. Это просто архитектурный шедевр. Я придумал. Посорим деньгами всем назло. Как же я неприлично богат. Деньги – это самая надежная крыша. Еще раз. А я тут при чем? Ну, конечно. Так я и поверила. А вот и панель управления эмоциями. Приступим. Почему ничего не происходит? Ну же. Можно и передохнуть немного. Вкуснятина. Кэт, смотри, куда бросаешь. О, нет, только не это. Прости меня, любовь. А с этим можно работать. Чудесные окошки. Класс. А это что? Готовая арка, вау. Как же она прекрасна. Лакать алмазами так довольно практично. Как же красиво. Сияет домик. Ну что, дело движется к концу. Что там у меня в рюкзачке? И это все? Ну ладно, впереди ювелирная работа. Куда же без моего символа полумесяца? Восторг. Что же дальше, ума не приложу. Точно. А это идея. Коготки. Отличная подсветка. Что это за мерзкий звук? Что происходит? Вперед! Поторопись, салага. Я стараюсь, босс. Ну, как успехи? Из этого выйдут надежные стены. Тютелька в тютельку. А где все материалы? Клаки, клаки! Я с кем разговариваю? Воу-воу, ты чего? Что? Мне не с чем работать. А может... Это тебе поможет. Не горячись. Этот топор прекрасно рубит все на своем пути. Клаки, спокойствие. Ты куда? Я не это имел в виду. Проклятие. Ладно, сделаю сам. А вот и чудесная верхушка для моего домика. 10 из 10. Я утомился. Ножка! Это диодная лента? Какая удача! Есть контакт! Зевс, ты чего? О нет, дом размокнет! Нужно спрятаться! Это что, нитки? Бог, это кот, я так и знала! Это же манна небесная! Как весело! Что? Ничего себе! Надо тоже украсить мой экстерьер. Так-так-так. Барни Бивертон, не поможешь? Чего тебе? Какой грозный. Нужно просто побыть бобром, как ты любишь, окей? За оплату. Ну, естественно. Так быстро? Ты во мне сомневался? Отличная работа. Как и обещал. С вами приятно иметь дело. Ну что же, приступим к делу. Мне нужен самый воинственный забор. Досочка к досочке. Утомительное занятие. Мой пальчик. Все приходится делать самому. Стой здесь. Вот, территория Клаки с поднадежным контролем. Видали? Поехали.
Я великолепный Клаки. Ты в своем уме? Что ты устроил? Добро пожаловать в Клаки, салаги. Да будет свет! Бизнес процветает, как замечательно. Деньги тебя с ума сведут. Займусь своей территорией. Засыплю семена. Надеюсь, тот петух их не склюет. Чудненько. Растите в любви. Какие шикарные цветы. Чудо. Вот ваш новый дом. Места всем хватит. Сколько зелени. Детская мечта. Что же дальше? Старые шары воспоминаний получат вторую жизнь. Посмотрим. Класс. Думаю, Райли не обидится. Эти воспоминания ей уже не нужны. Какие краски! Моя тропинка выглядит великолепно. Это же мое. Мы с Джоном в день Святого Валентина. Это тебе, любовь. Ты так мил. Я их сохраню. Вот они. Мои чувства будут всегда со мной. А это что за труба? Любовь! Чего тебе, Катнеп? Ничего. Ох уж эти бедняки. О, сколько прекраснейшего мусора, чтобы взять. Точно, веревка. Втулка плюс веревка равно... И как я сразу не догадалась? Это же то, что нужно. Так тебе точка для Катнепа. Ох, как же это приятно. Я хорошею на глазах. Нельзя останавливаться. И медальон апгрейднулся. Что за магия вне Хогвартса? Видимо, все. Не заберешь этот лишний поролон. Мне некуда его деть. Шутишь, что ли? С радостью. Это же белое золото. Но как с ним совладать? Может, и в домике найдется что-нибудь полезное? Вот она. Идеальная ткань для моей кроватки. Смотрите внимательно. Готово. Попробую умоститься. Какой же комфортик. Тебе бы это понравилось, младшенькая. Любимая сестричка. Смотри, любовь. Дай-ка сюда. Кто это? Это моя любимая сестренка. Воу-воу, хорошо, успокойся. А куда пропали шары воспоминаний? Так дело не пойдет. Как это произошло? Мне нужна помощь. Алло, тревожность, мне нужна помощь. Уже я бегу, дорогая. Как быстро. Держи, вот тебе еще шары. Спасибо, сестренка. Вот так-то лучше. Расставлю все по своим местам. Это не лучшее воспоминание. Но пусть стоит здесь. Клаки? Чудесное место для платной парковки. Дополнительный заработок, вкуснятина. Такое же совершенство мой домик. Вау! Да, мне тоже есть чем похвастаться, я считаю. Это просто розовый рай, не так ли? Да, а теперь посмотрите на мой супербюджетный домик. А так и не скажешь, правда? Ну, как тебе сказать? Пора вообще-то украшать дом изнутри. И мне пора заняться интерьером домика. Какие шустрые! Я тоже должна успеть задекорировать все. Катнеп! Что происходит? Кто смеет обижать мою сестренку? Отойдите от нее, я сказала. Сюрприз! Копии 3000! Уничтожить, уничтожить! Нас тут нет. Ты цела? Бедное дитя, они просто глупые. Они сказали, что мой дом дыра и халупа. Дети часто выдумывают. Оу, ну, все равно это красиво. Привет. Ой, не бойся, смотри. Здесь у нас пункт управления Хоппи 3000. Класс. Это надо исправить. А где ребенок? Пропала. Катнеп, младшая, где ты? Что? Катнеп, я тут. А, привет, привет. Мы можем выбрать три режима. Ватная палочка, щипцы и иголка. Палочка. Палочка активирована. Ребята, осторожнее. Огонь, огонь, огонь. Все? Фух. Вау. Чистая кожа. Бррр. Идет сканирование. Следующий пункт – усики. Мам, Кэтнепы натравили на нас с Джекси огромного страшного робота. Что? Никто не смеет обижать мою малышку. Как распутать эти усы? Ну и бардак. Точно, грубая сила. Почти. Кого я обманываю? Может, этот получится? Фух. Что? Утюжок для волос. Да-да, то, что нужно. Приступим. К
кажется, получается. Аккуратно. Хорошая идея. Ха! Идеально. Проще простого. Мисс Делайт обидеть ребенка вздумала. Кто? Я? Это какая-то ошибка. Ну-ну, беру тебя на карандаш. Нет, нет, прекрати. Ух, я жива. Что? Опять эта булава сломалась? Ну, ничего. Ко мне, Дейзи. О, нет, срочно жмите лайк. Пас, разнеси здесь все. Скорее поставьте лайк, чтобы спасти домик. Хорошая девочка, туда ее. Почти, есть. Спасибо. Ешь, Дейзи. Ах так? Я сама разделаюсь. Что? Не так быстро, Делайт. Не шути со мной, приятель. Не горячись. Ауч! Получилось. Ты мой герой. Я просто делаю свою работу. Классно, да? О, нет. Ничего, сейчас я тебя подлатаю. Нет, не туда. Есть контакт. Супер. Хоппи, ты такой молодец. Да брось. Дай 5. Идет сканирование. Дальше зубы. Молодец, Хоппи. Домик, ты чего? Иу, хватит. Давай я тебе помогу. Фу. Не удивляюсь, что тебе плохо. Да что? Ой, извини за зубик. Он был как-то не очень. Да ладно, ладно, сейчас исправлю. Хм? О, идея. А вот и зубки. Ставим их по-бейсбольному. Ну что, легкая разминочка? В яблочко. Совсем другое дело. Следующий пункт – уши. Дается мне, что ухо слегка сломано. Ой, не хотела сделать больно. Сейчас подлатаю. Да потерпи ты. Вот так, до свадьбы заживет. Держишься молодцом. Я тебя проучу, Катнеп. Месть – блюдо, которое подается холодным. Молись. Катнеп! Хоппи, спаси ее, прошу! Ну, держись, Делайт. Вернусь от Хоппи в хип-хопе. Мазила. Ауч! Я вернусь. Что за шум? Ну и ладно. Так, домик, а вот ушко заросло. Фух. Ну что дальше? Идет сканирование. Следующий пункт – шерсть. Так, проверим шерстяную обстановочку. Ага, ага. Да, домик дел не в проворот. Расческа. Оу, это не так просто. Ну и колтуны. Ну все, не шипи. Фух, попытка номер 2. Прощай лишняя шерсть. Ты в прошлом. Тебе не ускользнуть, клочок. И тебе. Почти справилась. Точно. Срочно лупу мне. Проверим тебя на чистоту. О, так и думала. Вон! Я что, сплю? Ладно, есть идея. О, у меня тоже есть идея. Поверь мне, кошечка. Подправим эту красоту. В ложке объявляю срочную эвакуацию. Что это? Не троньте меня! Отстаньте! Что? Обидеть нас вздумала? Я тебе покажу! Но нет, только не это! Ха! Вот тебе! Ауч! Сколько можно? Почти все, домик. Фух, чуть не задохнулась. Закрепим результат купанием. Смотрю, тебе нравится? А вот я устала. Но оно того стоило. Что? Как же это весело! Хоппи 3000, у нас вообще-то дело есть. Продолжаю сканирование. Следующий пункт – лапки. Бедный котик, все воспаленное, больно смотреть. Необходима скорая помощь. Выбирай костюм. Хм? Что делать? Ума не приложу.
Доктор Хоппи спешит на помощь. О, Хоппи, нельзя терять ни секунды. За дело, сестра. Вау, а тебе идет. Что, правда? Спасибо. За дело. Пойдем. Не бойся, домик. Не знаю, с чего и начать. Разрез. Но сначала анестезия. Вот так. Аккуратно делаем продольный разрез. Я боюсь крови. Синтепон? Ну и грязи. Это что, скалопендра? Мне дурно. Тоже мне, неженка. Ой. А это что? Ты тут лишняя. Ого, ловко ты. Точно, вторая лапа. Эть, не так просто. Ну давай же, почти. Ой, поясница. Ну, что дальше? Забинтуем? Нет, 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 нет. Сначала зашьем. Точно. Не переживай, домик. Стежок за стежком. И будешь целенький. Фу, теперь можно, чтобы никакая инфекция не просочилась. Молодчина, на кошках ведь быстро заживает. Чудно, все цело. Давай пять. Кэтнэп. О, ты уже приступила к коготкам? А то. Готово. Отличная командная работа. Мы мощь. Хоппи? Ох уж эти парни. Ну, где же Хоппи? Я на месте. Продолжим по списку. Дальше у нас хвост. У кого тут такой чумазый хвостик, а? У кого домик? Я все равно вам отомщу. Что за странный запах? Фу, спокойной ночи. Что ты ел? Ух, эта шерсть столько весит. Я так грыжу заработаю. Степлер, твой выход. Еще парочку. Ну вот, теперь держи хвост пистолетом. Что? Это что, клещи? Какая дрянь? Вам тут не место. Уходи. А ты что такое? Не ешь меня, прошу. Нет уж. Нужен пинцет посолиднее. Да. Убирайся отсюда, мистер Клещ. Какой сейчас год? Клещ, уйди. Домик, ты уже выглядишь гораздо лучше, да? Класс. Хоппи 3000. Следующий пункт – аксессуары. Они из меня уже все соки выжили. Соберись. Детки, сюда. Превратите эту блохастую в игрушку. Ауч! С радостью. Давай выберем бокс с материалами, какой тебе по душе. Аксессуары, аксессуары. Этот? Почему он не нажимается? Ничего не выйдет. Запасись попкорном. Что? Зачем? Ах, ты уже бежишь на помощь, класс. Теперь тебя стало гораздо приятнее гладить, домик. Кэтнэп, сюрприз. Вау, это мне? Ого, это кулон. Не терпится увидеть. Что это? У меня есть супер идея. Сделаем кулон сами. Ну, тогда чур отбиваю я. Я готова, готова. Запускай. Лови, разбей эти доски на мелкие осколки. У тебя получится. Ого, сколько их. Ха, попала на кусочки. Так весело. То, что нам нужно. Из вас выйдет прекрасный аксессуар. Добавим света этой луне. Какая красотища. Может, себе тоже такое сделать? О, кстати, на что бы его подвесить? Что? А я как раз шнурочек достаю. Есть! Ей. Вау, эффектно! Голова на месте. Бонус за безумный трюк. Ну и шнурок тоже. Держи, Кэтнэп. Идеальная пара. Не поспоришь. Давай повесим сюда. Давай. А это что за шум? Кто это? Соскучились? Мы вам сейчас за все отомстим. О, нет, только не они. What? Да они же детишки. Не советую нас недооценивать. Ладно, ладно, извини. Это ты извини. Огонь! О, нет. Кэтнэп, как вы посмели? А вот так. Что?
игры закончились. Пока-пока, пылесборники. Где это мы? Софи здесь, замрите. Это вам. Теперь у каждого из вас будет свой домик. А мне пора спать. Сладких вам снов. Фух, она ушла. И это мой дом? Что за запах? Фу, гадость. Не домик, а помойка. И здесь не лучше. В сторону. Вот этот домик мне по душе. Нужно только немного прибраться. Для начала избавлюсь от всей этой паутины. Сколько пыли! Фу, гадость! Ну ладно, сейчас я быстро соберу всю эту слизь. И сделаю из нее липучку слайм для сбора мусора. Работает. У меня получилось. Мусора набрался полный мешок. Хоппи, привет. Я полон сил и мигом избавлюсь от мусора. Идеально. Упс, проглядел. Это было легко. Могу и твой мешок с мусором вынести. Вау, вот спасибо. Я побежал. Хоппи, теперь можно и отдохнуть. Эй, Хоппи, в чем дело? Сам посмотри, ты рассыпал весь мусор. И что с этим делать? Кто будет убирать? Как неловко вышло. Но я все соберу, не волнуйтесь. Надеюсь. О нет, силы меня покинули, батарейка разрядилась. Что же делать? Ребята, пожалуйста, поставьте лайк и помогите мне зарядить батарейку. Оу. Да, больше лайков. Вау, у меня есть ветродуй. Спасибо, ребята, вы лучшие. Нужно его испытать. Фух, работает. За дело. Уже утро? Солнце светит слишком ярко. Идея. Я сделаю из фатина крышу, которая защитит меня от солнца. И добавлю фатин над дверью. Чего-то не хватает. Бантиков. Их очень легко сделать из ленточек. Прекрасно. А это что? Упс. Это гирлянда. Она просто создана для крыши моего домика. Но почему она не горит? Мне попалась бракованная гирлянда. В чем дело? Не работает. Хм, я знаю, что делать. Шарик? Ай, ай, ай! Получилось. Вау, спасибо. Знаю, начну с покраски крыши. Оранжевый мой любимый цвет. Красиво получается. Привет. Привет. Еще немного и газон на крыше доведен до совершенства. А теперь очередь фонариков. Упс, я немного застрял. Чего смеетесь? Просто ты очень смешной. Сделаю из этой гирлянды настоящий светильник. В Алане проделаю отверстие. И зафиксирую лампочку. Готово. А теперь подвешу свой шедевр над входом. Отличная работа. Мне есть чем гордиться. Да прибудет со мной сила. Что может быть лучше, чем неоновые ленты во всю стену? Вау, мне нравится. Впечатляет. А это что? Какой-то ненужный кабель. Сейчас я все исправлю. Та-дам! И не стоило волноваться. В моем домике света будет достаточно. Я все сделаю основательно. Надежно прикручу лампочки к карнизу. Сделано. А стену украсит светодиодная лента. Мои стены будут из фатина. Фух, устала. Вау, неон! Вот чего мне не хватало. Отлично. Пол здесь слишком жесткий. Так сидеть ужасно неудобно.
как быть? Высшие силы взываю к вам. О, спасибо. Мягкий чудесный плед. То, что мне нужно. Плед? И мне такой не помешает. Фиолетовый мне не идет. Перекрашу плед в зеленый. Отдай этот плед мне, пожалуйста. Нет, он мой. Тогда засыпай. Сладких снов. Что-то не так. Ага, вот оно что. Очевидно, что этот плед был создан для моего домика. Я остался без пледа. Я забыл про кроличий магазин. Теперь у меня есть все, что нужно. Плед и подушка в форме кролика. Но почему она такая грязная? Мне никогда не очистить эту грязь. Бедняжка Хоппи, Кэтнэп должна помочь. Надо было поточить коготки. Тебе чего? А? Раз ты стащила у Хоппи плед, тебе и помогать ему с уборкой. Кэтнэп, ты пришла помочь? Вот спасибо. Посмотрим, кто справится быстрее. Вызов принят. Сделано. Как думаешь, какая подушка лучше? Кэтнэп, ты где? Испарилась. Ладно, оставлю обе. Фух, добыть качельку было нелегко, но оно того стоило. Добавлю парочку мягких подушечек. Великолепно. О нет, мои коготки. Жалкое зрелище. Нужно их хорошенько подточить. Соседская крыша для этого прекрасно подойдет. Что здесь происходит? Какая наглость! Исчезни! Этих подушек хватит. На них так и хочется вздремнуть. Объеденье. Кэтнэп, не смей портить мою крышу! Ну где мне точить коготки? Вот, держи морковку. Оставь себе. У меня тут кое-что завалялось. Может, тебе пригодится. О, спасибо. Я знаю, что с этим делать. Обмотаю столбик канатом. Добавлю красивую верхушку. Идеальная когтеточка. Теперь никто не запретит мне точить когти в любое время дня и ночи. Отлично придумано. А почему бы мне не сшить новую подушечку? Вырезаю. Вау, я тоже хочу. Сперва нужно отрезать все лишнее. Эта косточка не для еды. Теперь мне нужны нитки. Что-то пошло не так. Аккуратно сшиваю детали и выворачиваю на лицевую сторону. Ну, как она это делает? Наполняю подушкой синтепоном. Готово. А у меня ничего не вышло, как я не старался. Не грусти. Съешь вкусняшку. Хани джели. Объеденье. А ты поможешь мне сделать подушку-морковку? Морковку? Почему нет? Вырезаем. Сшиваем. Наполняем. И подушка готова. Вау, спасибо тебе. Мяу. Это мышка. Вот удача, попалась. Кого-то ждет вкусный обед. Мышей есть нельзя. Ну ладно, мне достаточно и игрушечной мышки. Подвешу ее на леску. Добавлю кристальную подвеску. Ребята, а вы знаете, с чем больше всего любят играть котята? Напишите в комментариях. Нужно найти идеальное место для идеального мобиля. Он будет висеть вот здесь. Лучшего развлечения и не придумать. А теперь пора подкрепиться. У меня есть идея. Рисую. Вырезаю. Декорирую.
Добавляю глазки, носик и ушки. Осталось только зафиксировать зеркало. Сделано. Любимые ракетки займут почетное место на стене. Зафиксирую их с помощью стяжек и сделаю самую настоящую полочку. Убираю все лишнее и отправлю на полочку свои любимые очки. Идеально! Измерю длину и ширину. Сейчас все будет. Вот и мой лоточек. Главное не жалеть песка. Все готово. Где мой любимый журнальчик? А? Эй, не подглядывай! Вот идеальное место для почтового ящика. Осталось прибить. Кажется, это где-то здесь. Нашел. Вам письмо. Почту принесли. Что же это? Вешалки? Как интересно. Ну ладно, я уже знаю, что с ними делать. Они украсят эту стену. Камень, тебя ждет новая жизнь. Добро пожаловать в дивный зеленый мир. Из этих камней получится отличный забор для грядки. Осталось насыпать почву. Семена морковки – моя драгоценность. Растите здоровыми и крепкими. Но почему ничего не растет? Давай же. Ни одного листочка. Это бесполезно. Все было зря. Привет. Ты зря отчаиваешься. У меня есть супер удобрение. Держи. Вау. Спасибо. Использую все и сразу. Расти. Вау. Морковное дерево. Я лучший огородник. И мой домик заслужил звание самого лучшего. О, да. А вот и нет, мой домик самый лучший. Ну уж нет, самый лучший домик у меня. Лузеры, это мы еще посмотрим. Получай. Ах так, с меня хватит. О-оу, что это с моим компьютером? О, нет, нет, нет. Молчать! Сиди тихо в этом чулане, моя маленькая пленница. Ненавижу пауков. Я сказал, тише. А это что? Прячемся, скорее. Здесь слишком тесно вдвоем. Ну что, поиграем? Тук-тук, есть кто дома? О, мамочки! Ха-ха, зря напрягал когти. Здесь пусто. Но есть еще две коробки. Здесь точно кто-то есть. Раз, два, три, это точно будешь ты. Надо ей помочь. Что любят все кошки? Огонечек, ловлю, ловлю, не убегай. Куда же ты, огонечек? А-а-а! Вы ответите за это. О, нет. О, да, в дело идет самый острый коготь. Пожалуйста, ребята, поставьте 2000 лайков этому видео, чтобы спасти меня. Умоляю. О, спасибо большое. Она моя. Фух, напрасно стараешься, мистер Газ. Что? В чем дело? Приветики. Проклятье, она опять сбежала. Тише, это я. Вы мне надоели. Осталась одна коробка, и я не промахнусь. Тише. Что же мне с вами делать? О, придумал. Давай посмотрим.
Двигай, двигай, двигай! Я тоже хочу посмотреть, что он делает. Вы не спрячетесь от меня. Это тебе. О, мне? Я просто обожаю подарки. Спасибо. Что там, что там? Мышь? Дай пять, близняшка. Этот раунд за нами. Кота нигде нет. Отлично. Посмотрим. О, мамочки. Что тут происходит? О, нет. Наша сестренка. Помогите. Она моя. Что же нам делать? Давай спрячемся вон там. Пусти меня, я первая. Подожди. Я тебя не отпущу. Но только на минутку. Жди здесь. Сила единорога. Ах ты наглый противный кот. Пошел прочь. Ты в порядке? Бежим. Ненавижу единорогов. Ты прячься за Хаги. Окей. Где же вы? Выходите. Но мы и попали. Упс. Где вы прячетесь? Здрасте. Пошел вон. Ты. Ты мне не соперник, синий. Ха! Только не меня, пожалуйста. Иди сюда. Я разделаюсь с тобой. Что? Уже можно выходить? О, нет, еще рано. Полежи в чулане, синий кусок меха. Мамочки, какой ужас! Что? Кот ушел? Фух! Эй, сестренка, выходи, все чисто. Кота здесь нет. О, вон туда. Ты прячься в шкафчик. А я за дерево. Нет, здесь меня видно. Куда же спрятаться? О! Вот здесь, за коробками. Отлично. План провалился. Упс, ну что же придумать? Куда теперь спрятаться? Оу. Он уже здесь. О, нет. Так, так, так. И кто же тут спрятался? Я иду искать. Где же ты? О, нет. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк. Не дайте мне упасть. О-оу. Здесь никого. Ищем дальше. Фух. Фух. Спасибо, ребята. О, привет, песик. Хороший мальчик. Откуда ты здесь? О-оу. Там же кот. О, нет. Нет, 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 хороший песик, хороший. Не кусай меня. Стой, у меня есть кое-что для тебя. Нет, это не то, что ты подумал. Смотри, это собачий корм. Вкусняшка, будешь? Лови. Пока-пока. Фух. Ауч. Опять? Ты молодец. Ну, хватит. Вентиляция, скорее. Нам не дотянуться. У кого-то слишком короткие руки. О, я придумала. Нам как раз нужны руки подлиннее. Отлично. Смотри, что у меня есть. Фух. О, полегче. Упс. Прости. И подвинься. Я все сделаю. Ну все, я лезу первой. Давай за мной, сестра. О нет, кот очнулся. Ну все, я очень зол. Нет, 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 только не подходи, пожалуйста. Ха-ха, и кто теперь победитель? Все в моих руках. Упс. Ты моя. Ну уж нет. Фух. Ты не уползешь от меня. Нет, помогите, Кэролайн. Не отпускай меня. Держи. Нет. Нет,
пожалуйста, только не шипи на меня. Для тебя игра окончена. Осталась еще одна. Я уже иду за тобой, пупсик. Стоять, не уйдешь. Эй, куда же ты? Охота продолжается. Куда же дальше? Фух, я снова здесь. А это что? Водный пистолет мне пригодится, отлично. О нет, этот кот снова здесь. Но я встречу его с достоинством. Эй, Китикэт, иди сюда. Ага, вот ты где. Тебе со мной не справиться. Но где же она? Остановись-то, котик. Оу, нет, нет, нет! Ауч, моя спина! Это мой шанс! Попробуй увернись! Сестренка, я уже бегу! Вода, вода, вода! Вот нужная дверь. Как жаль, что я не знаю код. Ребята, пожалуйста, помогите! Подскажите мне правильный код от замка. Очень прошу. Какой же код? Что это может быть? Мне нужна подсказка. О, это он? Спасибо огромное. Попробую. 18-18. Получилось! Я уже иду к тебе, сестренка. Сестренка? Где она? Хотела обдурить меня? Не выйдет. Смертельный снаряд. Кэролайн, пригнись! Ауч! Фух! О, нет! Пожалуйста, не надо! Нет! Помогите! Нет, умоляю, пощади нас! Нет! Что? Часы? Мне нужен второй шанс! О, теперь я готова. Получай. Нет! О, да, получилось. Сестрички, ты здесь. Юху, теперь мы свободны. О, смотрите, кто там? Ням-ням. О, нет, еще один. Бежим. Ням-ням, вкусно. Звезда! Вы следующая. Надо ее спасти. Тяни, сильнее. Ну, давай же. Где это мы? Моя голова. Мамочки, как страшно. Откройте двери. Где вы спрятались? Я вас найду. О, святые небеса! Нет, нет, нет! Только не найди меня! С какой коробки начать? Я голодный. О, нет! Тише! Что за волны? Я хочу есть. Одну минуту. У меня есть идея. Вот что мне нужно. Острое и смертельное оружие. О, духи ниндзя, подайте мне знак. Значит, вот моя цель. Понятно. Интересно, они острые? Очень. Посмотрим, кто мне попался. Ням-ням. Как? Здесь никого нет? Меня обманули. Мне нужно составить дальнейший план. Думай, Наб-Наб, думай. Кто здесь? Ага, вам не спрятаться от меня. Мне нужно новое оружие. Мыльные пузыри. Какой грозный. И что ты нам сделаешь? Ты наполнишь нам пенную ванну. Какой смешной. Тише,
Сейчас я вам покажу. Громче всех смеется тот, кто смеется последним. Ну и лузер. Ты отправляйся в шкафчик, недоумок. Лузер. Нет, пожалуйста, не надо. Я не хочу. Хватит. О, мой бедный зубик. Ну все, я с вами разберусь. Мой острый меч. Ну что, кто из вас уйдет первый? Нет, только не я. Пожалуйста, не меня. Нет, прошу. Вселенная, подскажи, какую коробку мне выбрать? Желтую. Окей. Солнце, приготовься к своему закату. Э? Что? Проклятие. Почему не получается? Ну все, мне это надоело. Пусто. Какой ужас! Помоги мне! Где она? Опс! Ток-ток! Привет! Никого нет дома! Она там! Ага! Есть идея! Почему так тихо? Неужели он ушел? Все чисто. Фух. Девочки, выходите, он ушел. Хорошо. А, вот он, наверху. Где? На потолке? О, не может быть. А, это он. Нет. Фух, я жива. Где я? Это что, его желудок? Хорошо, пообедали, да? Хочу еще. А, землетрясение! Кушать. Нужна добавка. Здесь прячется мой десерт. Как страшно. Фу, звезда, держи свои страхи при себе. Мне нужно оружие. Можно без рук? Минутку. Нет, это не то. О, вот то, что нужно. Фу! Ты бы хоть зубы почистил, приятель. Просто совет. Нужно что-то другое. Опять? Окей. Вот, держи. Что? Это воздушный шарик? Ну сколько это будет продолжаться? Мне нужно настоящее оружие. Не получишь. Ауч! Пираньи! Отлично! Оу, опасные рыбки! Задело? Наконец-то! А, солнце, сделай что-нибудь! Ням-ням! Нет, нет, нет! Что? Где это мы? Мои глаза! Меня ослепили! Коварное солнце! Где же нам теперь спрятаться? О, да, новые коробки. Бежим. Где же вы, мои вкусняшки? Ты должен отстаивать свои личные границы, ты понял? Нет. Подожди, что у нас там происходит? Э? Не знал, что у меня есть подзорная труба. А где коробка для меня? Спасибо. Не подглядывай. А, я вас всех съем. О, нет. О, да. Проклятие. Здесь снова пусто. О, бензопила. Это мне пригодится. Как щекотно. Прекрати, ну хватит. Продолжим охоту. А, теперь ты не уйдешь.
Ты такой галантный кавалер! Ауч!